Промышленная выставка была прорезана круговой электрической дорогой около 3,7 километра. Освещалась выставка электричеством. Для сообщения города с выставкой устроены были электрическая железная дорога, два элеватора и особые пароходные курсы. Для посетителей выставки были установлены 183 маршрута из разных городов России по железным дорогам и водяным сообщениям со значительной скидкой. На выставке читались лекции по разным предметам. В каждом отделе в известные часы давались объяснения. Во время выставки устроены были съезды торгово-промышленной, более 1000 членов, овцеводов, пчеловодов, пожарной и другие. Всех посетителей на выставке в течение 125 дней было 991 033, считая в том числе и бесплатных народных учителей, учеников, рабочих и прочих. Для воспитанников учебных заведений и рабочих был устроен даровой проезд на выставку. На Московской всероссийской выставке 1882 года посетителей было 1 077 198 человек. Экспонентов в Новгороде 9700, в Москве 5318. Особенно широко были в Нижнем представлены отделы Среднеазиатский, Сибирский, Крайнего Севера, устроенный Московско-Ярославско-Архангельской железной дорогой.